Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Все по-другому, Дим. В комнате с Лизой Экзе была в моей квартире. Сейчас она куда-то делась? Пока не ясно. Попробуй снова. Делаешь. Вожу. Берись, кукла Вуду, берись. Душа с телом разъединись. Кукла Вуду, берись. Душа. Шип, слышите, какой-то шип? Ты, погоди, вы слышите? Умри. У нее пошла, вот видите, как будто бы вот эта игрушечная кровь. Я испугалась. Ладно, сейчас я достану это. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Сегодня, друзья, я заказала на запрещенном сайте куклу Вуду Лиза из Барбоскиных. Поглядите, вроде бы она выглядит как обычная кукла. Но нет, ребята, это абсолютно заблуждение, потому что внутри этой куклы очень много мистических каких-то штучек, которые дают возможность этой Лизе из Барбоскиных ожить. И сегодня мы с вами проверим, на самом ли деле Лиза может оживиться и стать куклой Вуду, а после этого обязательно разрежем и узнаем, что же внутри проклятой игрушки в 3 часа ночи. Погнали! Ну а перед началом я попрошу вас подписаться на мой канал. Обязательно сделать красную кнопку, серый, рядом нажать колокольчик, чтобы не пропускать оповещения о моих новых видео, так как они выходят довольно-таки часто, друзья. Также пишите свои самые топовые комментарии, один из них обязательно попадет в мое видео, как этот. А также, друзья, не забывайте включать VPN, ну а мы начинаем. Вы знаете, что у нас уже больше 100 тысяч подписчиков, и совсем скоро нас будет миллион. Сейчас нас уже 761 тысяча, с чем я вас и поздравляю. Я очень надеюсь, что 2025 год станет для нас знаменательным, и мы наберем на моем канале миллион мистических королей и королев. Друзья, давайте же приступим к магическому обряду с Лизой из мультфильма «Барбоскины». Вы, наверное, уже много знали и видели на просторах интернета разные ролики про эти проклятые игрушки. На самом деле есть, конечно же, хороший мультик, который сделали отличные авторы, и все его могут смотреть, да. Но есть запрещенные мультфильмы, которые как-то по-другому называются, не «Барбоскины», а как-то видоизмененно. Так что, если будет интересно, обязательно гляньте. А также очень многие мистические блогеры слушали проклятые песни, наоборот, Барбоскиных в 3 часа ночи. И после чего происходили жуткие вещи, друзья. Но сегодня не об этом. Сегодня мы попытаемся оживить эту куклу Вуду и посмотреть, что же она нам скажет. Возможно, она выйдет на связь. У нас существует несколько методов для проведения этого обряда. Что нам понадобится? Обязательно нам понадобится оживительное зелье, которое я заказываю специально для своих проклятых игрушек. После того, как я окроплю свои игрушки этим зельем, они оживают. Нам нужны для обряда обязательно красные, как я их называю, кровавые свечи. Да, ребята, я еще хотела сказать, что меня, конечно же, снимает мой оператор Дима. Всем привет. И он сегодня тоже поможет нам в обряде, потому что чем больше людей, тем лучше проводится обряд. Итак, даже у нас есть иглы. Иглы, которые мы будем втыкать в куклу Вуду, чтобы понять, на самом деле, она ожила или нет. Но это позже. В самом конце мы, конечно же, разрежем и посмотрим, что оживляет нашу Лизу из Барбоскиных.
Также у нас с вами доска для вызова духов, при помощи которой изначально мы попытаемся связаться с потусторонним миром. Прямо сейчас. Давайте начнем. Так. Нужно сосредоточиться. Очень тяжело оживлять проклятые игрушки. Это требует достаточно много, очень много энергии. Сейчас, секунду. Лиза из Барбоскиных Экзе. Открой потусторонний мир. Приди к нам. Лиза из Барбоскиных Экзе. Открой потусторонний мир и приди к нам. Лиза из Барбоскиных Экзе. Открой потусторонний мир и приди к нам. Здесь кто-нибудь есть? Прошу, выйди на связь. Дух, если ты здесь, подай знак. Дух, если ты здесь, подай знак. А, черт! Что это было? Маски, глаза шевелились. У какой? У Аннабель. У Аннабель шевелились глаза. Я не знаю, может, я чокнулась? Эй! Мамочки. Может быть, показалось. Но может быть, все что угодно. Так, ладно, ребята. Еще раз попробуем связаться с духом Барбоскиных Экзе, а именно с Лизой. Немножко изменим наш круг друзей един с тобой. Дим, помогай, повторяй со мной. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Еще раз. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Дух Лизы Экзе из Барбоскиных. Ты здесь? Что происходит? Дух, он врезался в меня. Он где-то здесь. Так, отлично. Теперь его нужно заманить в куклу Вуду. Так, ребята, оденем перчаточки. Здесь у меня специальный набор, чтобы провести, можно так сказать, эту мистическую операцию. Это реально мистическая операция. Разглядим получше нашу Лизу. Кстати, какая порода собаки у Лизы? Похоже на йоркширского терьера, да? Не знаю. Так, ничего странного вроде нет. Ладно, смотрите тогда. Сейчас поливаем ее нашим оживляющим зельем. Под заклинание. Делаем несколько оживляющих движений. Ну, вы знаете, как делают прямой массаж сердца. Дим, покажи ребятам, как я буду оживлять поближе. Готовы? Раз, два, три. Оживи. Раз, два, три. Оживи. Раз, два, три. Оживи. Черт! 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 Она двинулась. Я испугалась. Это плохой знак. Посмотри. Затухли свечи. Ай, недобрый. Недобрый дух. Лиза, ну, впрочем, как я
и думала. Ладно, ребята, смотрите, здесь у меня есть антидот, в случае чего нужно ввести его будет, со мной что-то не так. Дим, дух, он блуждает. Он блуждает между мной и Розой. Ой, и Лизой. Дух блуждает между мной и Лизой. Он должен до конца войти в эту куклу Вуду. Ой, так, ладно. Нужны иглы. Господи, нужны иглы. Пожалуйста. Так. Заклинаю, войди в куклу Вуду, Лизу. Так, еще. Заклинаю, войди в куклу Вуду, Лизу. Еще. Заклинаю, войди в куклу Вуду, Лизу. Не легче. Мы запечатали проклятый дух на этой игрушке Лизе при помощи игл. Итак, нам необходимо ввести, не ввести, а заправить антидот. Антидот необходим, что если вдруг что-то пойдет не так, и Лиза будет слишком... О май гад, так... И Лиза будет слишком плохо себя вести. Ребята, нам нужно будет срочно ввести ей антидот и отпустить душу Лизы Экзе из Барбоскиных в потусторонний мир. Сейчас мы оставим скрытые камеры здесь, в этой комнате. И посмотрим, что будет происходить. Возможно, она будет как-то шевелиться. Возможно, она будет говорить. Мы не знаем, что произойдет, но мы очень хотим посмотреть. После этого я обязательно постараюсь ввести вовремя антидот, разрезать и достать проклятые артефакты, которые помогают оживить. Ладно, мы оставляем Лизу Барбоскину здесь, а сами отправляемся в другое темное место, чтобы оттуда смотреть скрытые камеры. В 3 часа ночи, напоминаю, ребята, смотрите до конца. В конце самое интересное. Погнали. Мы оставляем Лизу в этой комнате абсолютно одну. Сейчас мы спрячемся в дальней комнате. Приглуши свет, он пугает духов. Очень яркий свет. Приглуши, приглуши. Практически выключи. Практически выключи свет. Это максимально ты выключил? Потому что духи боятся света. Так, сейчас. Так, я сейчас включаю скрытые камеры. Наблюдаем, что происходит в комнате. Слушай, я не пойму. В комнате совсем все по-другому, Дим. В комнате совсем все по-другому. Что? Нету! Ее там нету! Куда она делась? Я не знаю. Это вообще ничего нету. Ни свеч нету, ничего. Это пустая комната. Как так может быть? Я не понимаю, может быть, камера заглючила или что-то. Как так может быть? Ничего не понятно. Ладно, попытаемся связаться с ней при помощи магических приложений, которые есть. Дим, встань подальше, ты близко меня снимаешь. Так, у меня есть специальный шар, магическое приложение. Сейчас попробуем позадавать вопросы. Итак, магический шар, скажи, Лиза Экзе из Барбоскиных. В моей квартире сейчас в 3 часа ночи. Даже не думай. Нет. А куда она делась? Подожди. Лиза Экзе была в моей квартире. Сейчас она куда-то делась? Пока не ясно. Попробуй снова. Даже шар не знает. Возможно, это очень сильный дух, который путает этот шар. Это ужасно, просто ужасно. Ладно, давай спросим. Возможно, дух Лизы Экзе из Барбоскиных отправился к нам в проклятый лес? В
проклятый лес к нам на дачу, ребята, где мы строим дом, где у нас дом из мистики, дом из дерева, может быть, туда отправился. Обычно все проклятые игрушки стараются туда добраться, потому что там, ну, знаете, какая-то энергия, которая притягивает злых духов там, в нашем лесу. А Лиза Экзе там? Да. Черт! Лиза Экзе там, ребята. Ну что же, нам остается только оставить скрытую камеру в этой комнате и отправиться, ребята, отправиться к нашему проклятому дому из дерева, чтобы поискать там Лизу Экзе. Мы обязательно должны найти ее, ввести антидот и разрезать. Отправляемся прямо сейчас. Погнали. Ребята, у меня с собой антидот. И я чувствую, что Лиза Барбоскина Экзе где-то рядом. Дим, я вижу ее. Где? Тише, она здесь. Как далеко она забралась. Ребята, это просто невозможно. Погляди, вон она лежит. Лежит в снегу. Нужно незаметно вколоть ей антидот. Ребята, смотрите, я открываю шприц. И теперь мне даже маленькую долю нужно ввести. Так, вот видите? Видите, капает. Так, погнали, тихонько. Лиза, Лиза Экзе, что ты тут делаешь? Вожу, 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 вожу. О, все. Получилось? Да, я ввела антидот. Теперь нам осталось отправить ее домой и разрезать, узнать, что там было. Ребята, что это? У меня сигнал, как будто движение на скрытых камерах. У меня сигнал на телефоне. О, нет! Что происходит дома, ребята? Что происходит? Посмотрите, настоящая, реальная Барбоскин у меня дома, у меня в комнате. Как такое может быть? Нам срочно нужно возвращаться. Дим, бежим, скорее. Скорее, скорее. Тихо, тихо. Погнали, погнали. Заводи машину. Скорее, садись. Ну что, друзья, антидот введен, и теперь мы приступим к тому, чтобы разрезать нашу проклятую Экзе Лизу Барбоскину. Плохо, плохой знак, свеча не зажигается. Нет. А! Слушай, какой плохой знак. Очень плохо зажигается свеча, не хочет гореть. Не хочет гореть, и все. Две свечи. Это очень плохо. Ну ладно. Все равно приступим и будем смотреть, какие же мистические артефакты положили внутрь нашей проклятой Экзе игрушки. Так, все нормально. Мы ввели ей антидот. И, как видите, она не шевелится. И в комнате, как видите, тоже никого нет. Хотя на камерах я отчетливо видела. Знаете, наверное, чтобы полностью изгнать злого демона, который пришел и вселился в нашу экзоигрушку, нам необходимо достать артефакты и обязательно закончить сеанс при помощи доски Уиджи, доски для вызова духов. Итак, интересно, у нее это платье. Ладно, разрезаем тогда прямо через платье. Попробуем. Нет, через платье не получается. Интересно, его можно снять? Так, снимаем платье. Вроде получается. Ага, отлично. Так, получается, что мы не сможем через платье разрезать и достать, что у нас там внутри. Нет. Очень сложно сделано. Так, ладно, разрезаем платье. Все, ребята, теперь у нас есть путь, и мы разрезаем, и при этом говорим определенный обряд. Душа с телом разъединись, кукла Вуду уберись. 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 Так, достаточно. Ищем, что внутри. Сейчас я возьму специальный инструмент. У меня типа пинцетик есть. Попробуем сейчас вынуть весь этот пух.
Я что-то щупаю, слышите? Что-то жесткое, твердое находится внутри. Но вот что это, я не могу понять. Подожди, не могу. Ты слышишь это? Что это за звук? Что-то внутри нее. А! Это датчик. Датчик, который оживает все игрушки. Мы часто их находим и их подделывают специально, знаете, как, ну вот бывают же музыкальные игрушки. Обычно мы находим там чипы, в которых зашифрованы какие-то послания. Тихо, тихо, я в микрофон пытаюсь, микрофон. Шип, слышите, какой-то шип? Да, 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 там какой-то. Ты, погоди, вы слышите? Умри, умри, умри. Тихо, слышишь, Дим? Да, да, да. Офигеть, это послание куклы Вуду какой-то. Я прям четко слышу, умри, умри. А, смотри, как только я вынула этот передатчик, у нее пошла, вот видите, как будто бы вот эта игрушечная кровь. Поглядите, фу, такое ощущение, что я вынула из нее сердце, но там внутри еще что-то есть. Сейчас я попробую это достать. Аккуратно, аккуратно. Смотрите, сколько много этой мистической крови, этой непонятного вещества, которое обязательный атрибут всех проклятых кукол Вуду. Это оживляющая кровь, которая оживляет проклятые игрушки. Так, что это? Я что-то вижу блестящее такое, что это? Ой, я испугалась. Ладно, сейчас я достану это. Так, что это? Дим, я зацепила. Это какая-то цепь. Фу, похоже на кишки. Цепь внутри. Откуда? Я не знаю. Слушай. Но, видимо, она имеет какое-то важное мистическое значение. Может быть, это цепь какого-то ранее живого человека, чья душа была проклята, и они при помощи нее, ну, когда засовывают чью-то личную вещь, она обладает энергетикой. Когда ее вселяют в игрушку, то эта душа автоматически при проведении куклы Вуду обряда переселяется в ту игрушку, в которую ее вшили. Я думаю, что там больше ничего нету. Но реально, Лиза Экзе была очень страшная. Вы видели ее у нас дома, прямо-таки в этой комнате. Она была такая огромная, я даже не ожидала. Друзья, послание вы все слышали. Пишите в комментариях все, что вы думаете. Не забывайте подписаться на канал. С вами была Королева Мистики. До встречи в новых видео. Всем пока!